Алина Кабаева рассказала о своей личной жизни и увлечениях. Известная российская спортсменка и депутат Госдумы Алина Кабаева дала интервью одному из глянцевых изданий, в котором рассказала о своей личной жизни и увлечениях. Рассказывать слишком много подробностей своей личной жизни гимнастка попросту не пожелала. Исходя из своего личного жизненного опыта, могу сказать, что в свою частную жизнь людей лучше не впускать. Если вы хотите поговорить в каких-то рабочих моментах, о моих увлечениях, о фестивале, я ничего против не имею. Но о личной жизни говорить не буду. Могу сказать только одно. Никаких детей у меня нет. Матерью я не остановилась. Это чистая правда, рассказала Кабаева. В 2009 году в СМИ появились слухи о том, что Алина Кабаева родила ребенка Владимиру Путину. Доказательство СМИ печатало фото Кабаевой с сыном. По словам самой спортсменки, на фото она запечатлена вместе с племянником. Также экс-гимнастка призналась, что любит ходить в театр, бывать в горах и просто прогуливаться по поселку Переделкино. Кроме того, Кабаева, оказывается, очень любит шопинг, когда подходящее настроение.